скажите, вы много ходите? Да, очень много. За ребенком в школу, со школы. И вечером гуляю. Я вообще очень люблю ходить. Я не поседа. Наверное, нужно больше, чем я хожу. Неспроста мы задали этот вопрос видновчанам. Движение – один из способов уберечь себя от этого заболевания, которое в лучшем случае обездвижит на месяц-два, в худшем же прикует к кровати или инвалидному креслу навсегда. Мария Сергеевна Пименова долгие годы страдала от остеопороза. Сила воли и желание жить и двигаться помогли ей справиться с болезнью. Я с 2002 года занимаюсь физзарядкой ежедневно. Сейчас минимум 1:20, то и 1.5 часа. Женский организм предрасположен к остеопорозу. Вынашивание детей, гормональные изменения во время менопаузы, болезни эндокринной системы приводят к тому, что кальций, столь необходимый для прочности костей, вымывается и кости становятся хрупкими, как следствие переломы. Поэтому обратить внимание на свой организм необходимо до возникновения переломов. Это боли в спине, боли в грудной клетке, особенно усиливающиеся при ходьбе. Если человек ложится, он обычно, эти боли у него обычно исчезают. И поэтому вот это тоже первые ласточки. У сильной половины человечества остеопороз встречается, но гораздо реже, чем у женщин. У мужчин выше плотность костной ткани и больше мышечная масса. Период, когда у них возникает остеопороз, он уже в более таком возрастном периоде, не как у женщин, а после 60 лет. Но в то же время нельзя сейчас не говорить об остеопении, то есть предрасположенности к остеопорозу. А вот здесь вот именно чаще и мужчины страдают. Остеопения расценивается как стартовый этап остеопороза. При ней плотность тканей и костей резко снижается, хотя она все равно больше, чем при остеопорозе. В настоящее время существуют различные методы исследований, с помощью которых можно определить начало заболевания. Раз в два года женщинам после 50 лет врачи советуют проходить денситометрию. Но сначала нужно просто прийти на прием к врачу. Врач выпишет по вашему состоянию лекарства. Это может быть и витамины, это могут быть лечебные какие-то процедуры. Но большую роль в выздоровлении играют правильное питание и подвижный образ жизни. И привыкать к этому необходимо с молодости. Татьяна Брылова, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.